кто давно не гулял по городу Клин, или для гостей города, имейте в виду, что там, где расположен Вечный Огонь, Аллея Славы, сейчас идут ремонтные работы. Еще, наверное, может быть, для кого-то это будет новость, для кого-то нет. А привычный, да, солдат, который смотрел на Вечный Огонь, видите, его реставрировали и поместили на новое место. Видите, остался след демонтажа, да, вот здесь вот, кто помнит, стоял солдат и смотрел на Вечный Огонь, который вот там вот сейчас реставрируется. Теперь у него новое место. Честно говоря, не очень понятно зачем, но вот аллея памяти. И вот теперь новое место. Вот у этой замечательной, прекрасной скульптуры.